Приходит время, и сотни тысяч крабов собираются в одном месте лишь с единственной целью. Им нужно сменить свой панцирь. Панцири у крабов не растут, и когда он становится мал, им нужно избавиться от него. Обновленный краб очень слаб и беззащитен. Понадобится несколько дней, чтобы его панцирь затвердел. Есть хищники, которые пользуются этим. Это скат. И крабы – одно из его любимых блюд. В день он может съесть до 50 крабов. Он парит над крабами в поисках того самого с мягкой оболочкой. А когда находит, высасывает из него всю мякоть. Чтобы защититься, крабы создают живые горы, залезая друг на друга. Снизу крабы с мягкой оболочкой, сверху с прочным панцирем. Их скат не трогает. После линьки все поле усеяно тысячами старых панцирей. Но и скатам иногда приходится нелегко. Скат спрятался в песке, потому что на него ведет охота страшный хищник. Акула-молот сканирует местность, ничто не может от нее ускользнуть. Скат обнаружен и начинается охота. К сожалению, уйти скату не удалось. А здесь мы видим невероятную охоту на мелководье. Скату, чтобы спастись, пришлось выскочить на берег. Немного переждав, он возвращается в воду. Но акула никуда не делась. Она ждала его. И чем закончилось это противостояние, неизвестно.